Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 53 года, я не замужем, детей нет. В молодости выходил замуж, но через год брак был расторгнут. Серьезных отношений больше не было. Проживая с пожилой мамой, часто думаю о своих прошлых ошибках, обвиняю себя. Как мне смириться с ситуацией? Может быть, можно что-то изменить. С какой именно ситуацией вы хотите смириться, Светлана? Ситуация, что вы чувствуете себя нереализованной, ситуация в том, что вы не вышли замуж, ситуация, что вы не родили ребенка. С какой именно ситуацией вы хотите смириться? Может быть, речь идет о том, что вам, ну, у вас осталась боль какая-то, ну, застарелая, например, или что-то еще. То есть о чем в данном случае идет речь? Вот, вы бы как-то постарались бы немножко поподробнее, как бы описать, чего вы хотите. И с чем вы не можете смириться, за что вы себя обвиняете. Вот, ну, я думаю, что поскольку речь идет об обвинении, то действительно речь идет о непрожитых эмоциях. Вот, злости, боли, обиде, может быть. Это первое. Второе. То, что вы можете сделать самостоятельно, да, это, наверное, вы можете вспомнить, чего вы хотели, когда поступали, так или иначе. Да, потом вы узнали, конечно, потом вы узнали о том, что это была, ну, ошибка, да, потом вы узнали, что там были неправы, вы узнали, что поступать нужно по-другому, вот, но когда вы поступали так, как поступали, вот, наверняка вы в этот момент чего-то хотели. Наверняка. И вот, собственно, вопрос вам. Чего вы хотели? Потому что вспомнить о том, что вы хотели, вспомнить о том, что вам было, ну, важно, нужно, что вам было ценно вот в тот момент, когда вы поступали так, как поступали. Это является ключевым, потому что ваши переживания во многом связаны именно с тем, что вы забыли о том, значит, чего хотели. Вот, вы забыли о том, что вам было важно. Осталось только вот, условно говоря, ну, какая-то форма неудачи. Вот, которую вы, ну, на мой взгляд, сейчас только и видите. А то, что вы хотели, вы забыли. Дальше. Я думаю, что тот факт, что вы не построили больше отношений, тот факт, что вы проживаете сейчас с мамой, вот. Я думаю, что эти факты не являются случайными. Я думаю, что если вы живете так, то, скорее всего, у этого были какие-то предпосылки. Вот. Ну, например, ваша привязка к маме, допустим, да, то есть вот вы можете быть к маме привязаны, то есть вы можете быть от нее зависимы, вы можете стараться оправдать надежды, ожидания
нашей мамы, ну как бы вот до сих пор, то есть вы можете до сих пор стараться это делать, понимаете, да, какая, значит, какая штука. Вот, и, соответственно, здесь вот на что нужно обратить внимание, это как у вас складываются отношения с мамой. Вот. Как у вас складывается с ней вопрос, например, личных границ. Да? То есть уважает ли она ваши личные границы. Чувствуете ли вы себя с ней свободно или нет? Вот. Дальше. Вы говорите, можно ли что-то изменить? Безусловно. Изменить можно, вообще говоря, все. Вот. Но здесь ключевой момент заключается в том, что именно вы хотите менять. Вот. То есть, ну, изменить можно, но придется в этом смысле что-то делать. То есть придется выходить, скажем так, за рамки комфорта. Придется выходить за рамки каких-то привычных моментов, каких-то привычных для вас ситуаций. Вот, и когда это произойдет, вот, когда и если это будет, значит, происходить. Вот, вы будете, значит, чувствовать такую историю, как сопротивление. Вот, вы будете чувствовать именно вот сопротивление. Вы будете пытаться обесценить какие-то перспективы для того, чтобы вернуться обратно в удобное для вас место. Вот. Поэтому здесь возможны, конечно, вот определенные, так скажем, нюансы. Здесь возможны определенные вектора развития событий. Вот. Так что нужно здесь смотреть. Но изменить можно абсолютно все, что угодно. Было бы у вас такое желание. Вот. Поэтому я не думаю, что это особенно является проблемой. Ну, то есть, если вы хотите изменить, да, если вы хотите что-то изменить, то изменить можно все что угодно. Вот. Дальше. Значит, если мы говорим про обвинение, да, то есть если мы говорим вот про самообвинение. О чем мы здесь говорим? Мы говорим о направленной злости на себя. То есть мы говорим о том, что вы, значит, подавляя свою злость, обращаете ее против самой себя. И получается обвинение. Получается таким образом. Вот, если вы сможете заметить место, где вы начинаете злиться, вот, допустим,
то я думаю, что с обвинением будет проще. Вот, я думаю, что если вы вот заметите место, где вы злитесь, то обвинять вы себя будете, конечно, меньше гораздо. Вот, но это нужно признать, это нужно заметить, нужно увидеть этот аспект. Понимаете, да? Как бы. То есть это не просто так это работает. Вот. Понимаете, да? Поэтому тут опять же есть, на мой взгляд, свои нюансы. Вот. Так что да, ваш вопрос это очень хороший запрос на психотерапию, безусловно. Вам нужно выбрать себе психолога, да, вам нужно выбрать себе эксперта и начинать потихонечку с ним работать. Я думаю, что вне всякого сомнения результаты появятся, результаты будут. А вы большая молодец, что решили меняться. Вот. Если, ну, если действительно решила. То есть, если ваш вопрос, это действительно первый шаг к работе. Потому что пока это выглядит максимально неопределенно, да? Вот. Это выглядит пока максимально неопределенно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.